Что мы знаем об этом парне? Немного. Один из соседей сообщил, что слышал на этом этаже странные звуки. Тут вроде бы никто не живет, но он видел человека, который прятал под шапкой диод. Господи, если мы будем разбираться с каждым странным звуком, людей не хватит. А ты что, правда отправлял своим рапорт из лифта? Просто закрыв глаза? Верно. Черт, мне бы так уметь. Приветствую, мои хорошие, меня зовут Алексей, продолжаем Детройт. Ха, а в ответ тишина. Есть тут кто? Никого. Откройте, это полиция! Угу, ломать, похоже, будут. Держись за мной. Есть. Давай. Вау, батя в здании. А ну. Оу. Бля, обалденная халупа, но так иначе. Логово сектантов какое-то, ей-богу. Но опять же, в общем, проживает похожий девиант, поэтому давайте с этим разбираться. А ну. Эпидемия красного льда. Ага, похоже, ничего хорошего, поэтому, ребят, давайте двигаться дальше. Опять же, какие-то символы, хер поймешь. Ломай. Это что за хрень? Голубятник какой-то. Господи, ну и вонище. Похоже, зря притащились. Подозреваемый не ест. Но опять же, девиант. И, в общем, квартиру превратил в какой-то голубятник, ей-богу. Да уж, неудивительно, что соседи жаловались на шум, опять же. Ха, подозреваемый заботится о диких животных. Да уж. Сука, логово сектантов какое-то. А ну. Кыш отсюда. За плакатом, похоже, какая-то херня. А ну. Весело. Давай. Уголок плаката. А, тайник. О. Это на каком вообще? Мне надо на воздух. Ей-богу, девиант-сатанист. Нашел чего? Не уверен. Как будто дневник. Но не разобрать. Ха. Армейская куртка? Хм. РТ. Видимо, инициалы. У него инициалы на одежде? Типа как мамка в детском... Поддельные права? Эти права поддельные. Круто! Хоть не зря приперлись. Квартиру, конечно, засрал. Я думал, у меня все плохо, но нет. Фу, гадость. Обалдеть. Образец, давай. Голубая кровь, но опять же девиант, поэтому. Датчик девианта. В раковине лежит диод. Ну, конечно, это был андроид. Человек не стал бы терпеть голубей. Человек перестал. Ай, ненавижу я этих тварей. В общем, очень много разных надписей. Похоже, поехал крышей, но опять же. Ты знаешь, что это? РА-9. Написано 2471 раз. Нихера себе. Что значит для них эти символы? Как будто какие-то лабиринты. Есть такое. А ну. Можем сканировать. Деревянный стул. Братан, капитан очевидность, ей-богу. А. Ха.
интересно. Давай. А, значит, давайте, в общем, восстанавливать картину. И нам показывают, в общем, что Девиант писал, упал со стула, похоже, когда мы постучали, и побежал в гостиную. Весело. Давайте, в общем, разбираться. Ага, в общем, писал расовые надписи, когда мы постучали, упал со стула и... Бумажные книги. Думал, я последний крит... Ха, а ну? Тим, который такие хранит. Похоже на какую-то ловушку, но опять же. Я понял. А, это клетка, похоже. Хер поймешь. Давай. Вау. Ага, получается, Девиант побежал в гостиную, споткнулся. Ага. Упал. Во. И побежал на крышу. Ха-ха, попался. Электронные читалки. Он, похоже, до сих пор там. Нет, а ну. У нее и страницы не желтеют. Ой, здрасте. Попался. Везде эти сраные голуби. Ну чего ты ждешь? Лови давай. Бежим. Да уж, похоже, небольшая погоня, но опять же. Обалдеть. Братан, стоять. Полиция. Давай, давай, давай. Бежи, бежи, бежи. Но опять же, Девиант, похоже, ничего плохого не сделал, поэтому пока не ясно вообще. Давай, мой хороший, бежим. О! Давай, давай, давай. Полит... Парни. Стоять, полиция, блядь. Воу, как в матрице. Нет. А, можно вообще обойти, похоже. Ёперный театр, братан, нихера. Давай. Почти похоже. Нихера себе. Обалденная погоня. Я сам в шоке. Давай, 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 давай. Полиция, блядь, стоять. Эй, ты что делаешь? О, бляха, бежи. О, давай, давай, давай. Очень местами боюсь ошибиться, опять же, чтобы не убежал. Но так или иначе. О, бляха, нихера не вижу. А ну стоять! Обалдеть! Спасай его! Черт! Черт! Ведь почти! Черт! Я виноват. Должен был догнать. Ты поймал бы, если б не я. Да ладно, все хорошо. Ничего. Мы его теперь знаем. Найдем. Да уж, прикольная погоня. Эй, Конор. Ничего. Это типа спасибо, я понял. Пока не ясно, чем виноват Девиант. Опять же, соседи пожаловались на шум, и он начал убегать. Похоже, кого-то замочил. Да уж. О, Ерихон. Кто вы? Беглые. Как и ты. Меня зовут Джош. Я Саймон.
Норт. Спросить про Иерихон? Это Иерихон? Убежище для тех, кто не хочет быть рабом. Убежище? Я не понимаю. Я думал, Иерихон — это место, где андроиды свободны. Конечно, мы свободны. Ты надеялся увидеть нечто иное, но все же это свобода. У нас больше нет хозяев. Да уж, андроиды. Сколько вас тут? В рабочем состоянии 19. У всех остальных сильные повреждения. Многие стремились к Иерихону. Мало кто дошел. Люди не питают к нам сочувствия. Понимаю твои эмоции. Но все же у тебя не было и такой свободы. Весело, прямо. Сидеть в темноте и ждать чуда? Не такой я видел свободу. Как и мы, ты также потерян. Мы это не выбирали. Но нам приходится выживать. Здесь безопасно. Можешь жить здесь сколько захочешь. Спасибо. Сходи к Люси. Может, будет полезно. Люси? Найди Иерихон. Это свобода. Заперты, как крысы на корабле. Да уж, обалденная свобода, ей-богу. Ох, бляха, а ну. Давай. Ха. Роботам, опять же, не нужно тепло, поэтому пока не ясно. Может, они, знаешь, идут на свет? А чем вообще занимаются? Братан, здорово. Винду, похоже, переустанавливает. Давайте немного пройдемся. Опять же, очень много разных объектов. И, в общем... Ха, мать, здорово. Иерихон? Кто нашел это место? Уже никто не знает. Но его тело наверняка валяется где-то здесь. Интересно. Раненые. Я смотрю, многим сильно досталось. Так люди поступают с непокорными. Презирают нас. Они никогда нас не примут. Да уж, весело. Давайте запчасти. Если многим нужны запчасти, голубая кровь, почему же их до сих пор не достали? Не все так просто. Мы же не можем вот так заявиться в магазин. Есть такое. Да и все боятся отсюда нос высунуть. Если ты искал утешение, то ты не туда пришел. Иерихон, свобода, блядь. Чем они занимаются? Она с утра до вечера мячик бросает, тот винду переустанавливает. Эти вообще, блядь, он в анабиозе похожи. Свобода, охуенно свобода. О, бляха, весело. О, ну похоже, можно поднять бунт, в общем, дать по щам людям. И, в общем, судный день, да, тоже. Подожди. А ну. Оружие, похоже, давай. А, запчасти. Не? О, я. Ха, давай. Киберлайф, доки. Ха. Бля, похоже, пойдет воровать опять же запчасти, но такое. Давай. О, да будет свет. Это Иерихон, свобода. Теперь ты можешь, блядь, всю жизнь стоять в анабиозе. Бросать мячик в стену, блядь. О, ребенок. Ха-ха. Чё с ним? Его выкинули на улицу, когда стал не нужен. Ха-ха. Бродяжничал, пока мы его не нашли. Они погибнут, если мы не придумаем, как им помочь. Им всем нужна голубая кровь и биокомпоненты. Мы берем, что можем, у тех, кто уже отключился. Все равно не хватает. И как их спасти? Никак. Мы медленно вымираем. Обнадежил. О, вот я, пожалуйста, Иерихон свободой.
Эти умирают, эти его на биозе, блядь. Братан, ты что сделал? Зарядка, похоже. А ну. Братан, давай. Говорят, люди тоже боятся умирать. Ой. Ты знаешь, что будет после смерти? Нет. Нет. Я не знаю. Ну, я вот скоро узнаю. Как твое имя? Маркус. Нихера тебя мать потрепала. Я рада тебе, Маркус. Спасибо. Это чё? Синий экран смерти, похоже. О, бляха. Мать, я ж тебе говорил, нужно переустанавливать винду. Нихера она глюк словила. Там кнопочку reset нажми, поможет, опять же. О, бляха. Так, нужно найти Люси. Сюда, похоже. А ну. Во, гори, раз, моя гори. Ночи днем, пара-па-пара. Ха, давай. Здрасте. Ты Люси? Присядь. Мать, ты в курсе? У тебя там пол головы нет? Ну такое. Давай. Покажи. Чего? Давай. Нихера его покоцало. Надо закрыть раму. Ха. А это поможет? Но опять же, боль не чувствует, поэтому можно даже не переживать. Неплохо. Спасибо. Выпей. Синяя жижа у них вместо крови, поэтому, надеюсь, поможет. Давай уже. О, нямка. Спасибо. Дай мне руку. Это местная пифия, похоже. У тебя было все. И ты все потерял. Ты видел ад, и теперь ад живет в тебе. Твое сердце мечется. Часть его свет и часть его тьма. Но что победит? Каждый твой шаг определяет судьбу. Это я уже понял. Максимально постараюсь быть адекватным человеком, вот, и не устраивать осудный день а-ля Терминатор. Хотя можно, похоже. О, бляха, весело. А ну. Парни, здорово. А ну. Привет. Саймон. Я знаю, где достать запчасти. У Киберлайф склады в порту Детройта. Там есть все, что нам нужно. Они под охраной. Нельзя просто зайти и взять, что хочешь. Люди нам не позволят. Поэтому разрешения мы не спросим. У нас нет оружия. И в любом случае мы не умеем драться. Мы украдем, что нужно, без драки. Да нас там просто убьют. Может. Но это лучше, чем сидеть и ждать смерти. Я с тобой. Стоит попробовать. Намечается грабеж, похоже. Ладно.
Я в деле. О, будет весело. Часть девиантов потрепала, и им нужны новые компоненты. Они, похоже, пойдут грабить склад, и там будет дикий замес. Опять же, да уж, будет весело. Опять дождь. Разработчики продолжают косплеить я самих себя, Heavy Rain, и очень жалко Алису, опять же, голодная, холодная. О, червячок. Ты как, ничего? Тут нам помогут. Ага. Скоро все это останется в прошлом. Замок Дракулы какой-то. Это что вообще? Мы на месте. Это чё? Куда мы притопали, я в душе не ведаю. Криповое место, ей-богу. Червячуня, не кушала, замерзла. Даже воды банально нету, похоже. Алиса. Здрасте. Вы Златко? А вы-то кто? Мне сказали, вы поможете. Не знаю, кто вам сказал. Вы тут не по адресу. Извините. Стойте. Нам очень нужна помощь. Ну, какая милота. О, давно пора. Хорошо. Пойдем. Ой. Проходите, не стесняйтесь. Вау, нихера себе домина. Весело. Ха. Лютер, будь любезен, помоги дамам раздеться. Ой. О, не пугайтесь этого большого парня. Лютер – андроид, которому я когда-то помог. Вместе нам веселее в этом мрачном старом доме. Опасный тип. Нихера себе. Прошу вас, располагайтесь. А покушать? Как вы обо мне узнали? Мы встретили андроида, он сказал, вы поможете. Это который, похоже, маньяк с ножом. Ха. Ясно. Ты девиант? Да. А она что? Ребенок. Она человек. Ха. Вам надо в безопасное место? Во-во. Где вы начнете новую жизнь? Слыхал, Канада очень хороша в это время года. Там чудная природа. Такие просторы, чистый воздух. И нет законов об андроидах. Идеальное место для новой жизни. Да, мы... Мы об этом и мечтали. Конечно. Я вам помогу. Но сперва необходимо извлечь трекер. Трекер? Да. У всех андроидов внутри есть трекер, чтобы отслеживать их перемещение. Мы его извлечем, и вы вздохнете спокойно. Идемте. Прошу за мной. Мутный типяра какой-то. А девочка может пока подождать в гостиной? Нет, она везде со мной. Как угодно. Ну, пойдем. Все, что нужно, у меня в подвале. В подвале? В общем, мутный типяра живет в большом доме, когда услышал, что нужна помощь, такой, да хорошо, без вопросов, я сейчас помогу, ага. Не доверяю я ему. Мне не нравится этот дом, и он тоже. Я боюсь, давай уйдем. Есть такое.
Знаю. И мне он не нравится. Будем осторожны. Вы уж извините за беспорядок. Мне нужно было укромное местечко для работы. Удаление трекеров противозаконно, так что комфортом пришлось, конечно, пожертвовать. Надеюсь, девочка не испугается? Нет. Нет, все нормально. Хорошо. Алиса! А что там? Сюда, пожалуйста. Ха, давай. Оу. Тихий раз у него операционная. Вау. Ха. Ты не могла бы встать сюда? Ха, давай. Надеюсь, все будет хорошо. Должен предупредить, это может быть неприятно. Подключение к матрице какое-то. Ты чё пялишь? Ты знаешь, что странно? Ха. По каким-то непонятным причинам трекеры у девиантов просто перестают работать. Потому их так сложно найти. Так что на самом деле удалять трекер нет необходимости. Что? Ну, вы сказали. Да, да. Люди легко верят в желаемое. А вы, девианты, и вовсе наивные. Приходите ко мне в твердой уверенности, что я помогу. А я вас перезагружаю и продаю. Вот сука. Или оставляю себе для экспериментов. Нет! Нет! Не надо перезагрузки! Пустите! Эля! Я же забыл об этом ребенке. Запри ее. Я потом разберусь. Алиса! Обалдеть! Алиса, нет! Надо же. Девиан хочет быть мамочкой. Это так мило. И такой бред. Пошел нахер, дерьма кусок. Пора уже избавить тебя от страданий. Кыра! Кыра! Бляха! Выбирайся! Сброс! Обалдеть! Ох, бляха, Биба и Боба, два долбоеба. Ублюдок. Вот к чему приводят мечты. Пошел нахер. Эта дорога всегда одна. В яму разочарования. Поверь мне, будет лучше стереть из твоей головы эту глупость. Не будет боли. Не будет разбитых надежд. Ах ты сука. Можно позавидовать. Кыра! Рыбонька. О, бедная ты малышка. О, похоже, мамочка позабыла, кто ты такая. Мамочка тебя будто впервые видит. Кыра, что он с тобой сделал? Ну ладно, хватит, пошли. Ты сука. Ты кусаться? Ну, я тебя поучу, манера, маленькая дрянь. Кэра! Очнись, Кэра! Алиса! Приходи в гостиную. Пошел нахер, убью вас обоих, дебилы. Оф, бляха. Кэра, давай, мать, давай, там проценты капают, давай. Вот, найти способ бежать. Оф, бляха, 28%, обалдеть. Давай. Тянем, потянем. О, давай, моя хорошая. Сука. Давай, 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 давай. Ищем, ищем. Во. Ну. Ща поломаю эту херню. Давай, мать, давай, ты можешь. Тянем, потянем. Не работает, похоже, нихера. Оф, бляха. А ну.
вызвать короткое замыкание. Можем, похоже. А ну. Давай. Давай, 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 давай. Ну. Во. Гори, раз, давай, гори. Неужели? Мать, выбирайся. Ошибка. Сука, давай. Во. Это кэра, ёпта. Выбирайся, мать. Еще. Ну. Неужели? Молодец. Обалдеть. Да уж, максимально крипово. Фуф, бляха. Участок памяти восстановлен. Сейчас найдем Алису, дадим по щам этим дебилам. Оф, бляха, а ну. Ха. Давай. Помоги. Ой. Это что за херня? Там девианты, похоже. Здрасте. Нет. Этого не может быть. Обалдеть. Он любит с нами играть. Создавать монстров. Просто для забавы. Но кто настоящий монстр? Посмотри, что он сделал. Восставшие из ада какие-то. Они, похоже, сами его сейчас порвут. Обалдеть. У нас есть своя маленькая армия этих монстров. И так иначе. Давайте мы, хорошие, запаузим уже видео. В общем, спасем Алису уже в следующем видео. Жмакайте ваш большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Есть также группа ВКонтакте. Всего хорошего, позитива, удачи и пока-пока.